Я еще могу добавить лайфхак на миллион долларов. Есть люди, у которых большая аудитория, но которые не имеют правильных знаний об исламе, говорят, что нет ничего общего между исламом и бизнесом. Когда говорят, что бизнес это там борьба, бизнес это там война, если вы там руководитель, то вы там не должны смотреть на религию. Как, например, просто сам с каждым разговаривал, да, как вел переговоры тоже, да, это тоже для нас пример. Как он вел торговые отношения. И попробуйте сейчас организовать логистику на сотню вагонов в да. другой город. Да, да. Там все есть. Там есть и снабжение, там есть и маркетинг, там есть и безопасность, там есть и кайдзен. Это все нужно организовать для того, чтобы вот этот караван пошел и еще остаться в прибыли. ассаляму алейкум, дорогие зрители сегодня мой первый подкаст в гостях у меня бизнесмены практики которые имеют большой опыт в бизнесе цель нашего подкаста это делиться знанием опытом в бизнесе и мы наблюдаем такой тренд что люди у которых мало опыта в бизнесе но имеет доступ к студии могут записывать всякие скажем так ролики, но при этом не имея на этого, скажем так, морального права определенного, поэтому для себя я считаю, что мы обязаны вещать и сделать такой подкаст, в котором люди, которые реально прошли этот путь, будут делиться как своим практическим опытом, так и мыслями, идеями, книгами, возможно. Поэтому сегодня у меня в гостях это Аслжан и Айхан. Сами представитесь, наверное, да? Рахмет за приглашение, во-первых. Меня зовут Аслажан, моя фамилия Кази. Я основатель сети кофеин Espresso Day. Это молодой бренд. Бренд существует буквально 7-8 месяцев. На данный момент у нас открыто более 13 кофеин в таких городах, как Атрау, Павлодар, Караганда. Сейчас скоро открытие в Актюбе, в Петропавловске. И зарубежные проекты тоже намечаются, иншалла. Вот, 13 кофеин, цель открыть 1000 кофеин. 1000 кофеин за 10 лет. Вполне иншаллах, реально это. За 3 года открыть 100 точек. Динамика роста, в принципе, позволяет. Если, например, сравнивать другие там, кофейни и Espresso то в динамике мы быстрее растем, чем другие кофейни. Например, да? Если там кто-то открыл 100 точек за 7 лет, условно, мы там открываем 25 точек за год. Вот, Эспрессо это формат, экспресс-формат кофеин. Мы варим различные кофе, различные напитки, ну, и следим, лично сам слежу за качеством, масштаб, за масштабированием. Вот, вкратце, вот так, надеюсь, на этом подкасте раскрою более подробно про наш проект, про наш бизнес, про наши принципы. Рахмет за кофе, кстати, очень вкусно. Да, да классный кофе. Всем ассаламу алейкум, да, рахмет за приглашение. Нурике, как мой первый наставник, первое интервью было, теперь первый подкаст. Я основатель компании Перепланки Z, это компания, архитектурная компания. Мы занимаемся узаконением недвижимости, в частности, квартиры, частные дома, коммерческие помещения. Полностью вводим под ключ, сопровождаем от начала до конца и такие более клиентов закрываем. И второе направление в этой же компании – это архитектурное проектирование. Также от частных домов до МЖК. Вот в прошлом году первый МЖК в Джесказгане мы проект сделали. Вторая компания – это Light Decor KZ. Это тоже молодая компания. Мебельные ручки премиального класса. Находимся вот в Астане. В ноябре мы открыли в Алмате на днях закрыл вторую точку в Астане. Об этом тоже позже расскажу. И вот две компании. Также занимаюсь недвижимостью. Но это как не основной бизнес. Основные два проекта. Классно, классно. Видите, ребята, вот такие вот у нас гости. Скромные такие миллионеры. Поэтому давайте сегодня пообщаемся, узнаем их скажем точку зрения их опыт поэтому этот подкаст начала будет очень полезный для людей которые ведут бизнес которые хотят начать бизнес которые хотят э, уйти из например с найма возможно либо наоборот расти по карьерной лестнице поэтому бисмилляди бастаев хотелось бы затронуть тему как говорится успех уникален ошибки типичные понятно что youtube или там социальные сети они полны, Контента, там, что нужно делать, там, дисциплина, просыпаться рано, поменять окружение, это, там, что нужно делать, да. Но мало, наверное, контента, что не нужно делать, да. Хотя я, как владелец, основатель консалтинг-компании, я вижу, что у нас насмотренность очень большая. Там, в день мы смотрим по 3-4-5 бизнесов, в отличие от собственника, да, который видит только свой бизнес. И вижу, что Бизнес друг от друга практически мало чем отличается, но ошибки они банальные, типичные. И хотелось бы услышать вас, какие ошибки вы бы хотели не допускать вот, при нынешней ситуации, вот, знаниях, опыта, которые вы прожили, чтобы наши зрители не допускали этих ошибок, потому что за них порой приходится платить очень дорого и долго. Вот. Uh -huh. Поэтому Асике вам слово. Да, Рахмет, ну, вкратце начну, с самого начала работал 7 лет в строительной компании, юристом, закончил школу, поступил в Евразийский национальный университет на факультет международное право, закончил школу с золотой медалью, университет на красный диплом, потом меня взяли в работу, на работу в качестве юриста, вот отработал 7 лет. Отработав 7 лет, у меня не было вот никакой динамики, не было роста. Я не понимал, что со мной происходит. думал, ну, вроде в школу закончил хорошо, университет хорошо, mm -hmm. но в работе нет карьерного роста. Что-то идет не так. Думал, возможно, проблема во мне. Потом я осознал, что в целом люди делятся на три категории: есть специалисты, есть управленцы, есть предприниматели. Вот. И эта концепция я до сих пор придерживаюсь, что человек он должен, во-первых, понять, кто он по типу личности, кем он является больше специалистом. Если он специалист, он должен заниматься тем бизнесом, который похож, то есть помогает специалисту расти. Если ты управленец, будь управленцем. Если ты предприниматель и вот ушел со наемной работы, открыл свой первый бизнес, это Coffee Day, это мой первый бизнес. До этого я вообще бизнесом не занимался. Не знал, что такое бизнес, не знал, что такое предпринимательство. И сразу там мы там поставили, поставили цель открыть 100 точек, Day, и у нас все получилось. Хотя 7 лет работы наймом по найму, специалистов, у меня ничего не получалось. И я понял, понял в том, что первая моя ошибка, которую я допускал, я не был честен самим собой. Я сам себя обманывал. Mm -hmm. Я говорил, нет, у меня есть диплом, у меня есть работа, значит, я должен быть специалистом, я mm -hmm. должен быть юристом. Да? Плюс еще влияние родителей, родственников, окружения, семьи и так далее. Это все на тебя давит, и ты думаешь, все, я вот, вот учился, у меня там два диплома высших. У меня там есть еще плюс магистратура, там и столько сил и усилий, денег потрачено в образование, быть специалистом. Я должен быть, быть в априори хорошим специалистом, суперспециалистом, да, хотя это не получалось. И я думаю, что первая ошибка это была то, что нужно быть честным с самим собой. То есть нужно посмотреть там в глаза, да, и сказать: все, я не специалист, и начать трансформацию, да, mm -hmm. поменять свою жизнь на, там, на 180 градусов, да, поменять на 180 градусов и начать совершенно другую жизнь. Например, стать из специалиста по найму, да, а то есть работая на, в найме простым там юрисконсультом, да, и там поставить цель открыть 100 точек. Ну, вообще там не, не совсем, да, не, не, и без, точ... опыта еще. без опыта, не имея там, представления, что такое бизнес вообще, в целом просто на голом энтузиазме и мотивации. вот И Аллах Шикур, то есть мы в 2020 году я ухожу с наемной работы, все, начинаем там бизнес, вроде бы, да, приглашаю там партнера, там, и так далее, там, собираю команду, ставлю цель, беру ментора к себе, там, вот, Рауф Ака, да, вот, когда, и плюс еще когда я вот начинаю свой бизнес и как раз карантин. Есть небольшие накопленные средства, и живем, получается, нету работы, mm -hmm. нету зарплаты, на которую я привык там, да, жить. И то там зарплата у меня была минимальная, там, да, 160 тысяч тенге, 200 тысяч тенге максимум зарабатывал в месяц. И э, ухожу с работы, mm -hmm. наступает карантин, 4 месяца сидим просто в карантине, нету... Там, да, никаких там движений нет, никаких там, да. То, ты чем можешь заняться, это только читать книги, слушать подкасты, слушать прямые эфиры и что-то, какой-то план составлять на будущее. Но этот план на будущее он тоже размытый. Ты не знаешь, когда ты находился в карантине коронавирусе, да, ты думал, может, вообще общепит, исчезнет. Да. То есть, вообще, может быть, не будет да. ресторана работать. Все, теперь наступил коронавирус, мы до такой степени был э, страх же, что люди там не понимали неопределенность. Это же был. Ну, это угу. было реально, был Черный лебедь, да? Да, да. А, И там люди не понимали, что будет происходить, бизнесы закрывались, там, да. И, несмотря на это, ставил цель, думал, все, ничего страшного, там, да, мы там добьемся свои цели. Продолжал в том же вкладывал деньги в проект. В первую очередь заказал там логотип, дизайн, брендбук, угу. потом. Еще нету кофейни, еще нет неопр... не... полной неопределенности, несмотря на все эти неопределенности, продолжал делать, пригласил, пригласил партнера, говорю: все, давай, уходи, с работы будем вместе там работать и так далее. То есть, все, кто подключался, они были на голом энтузиазме, mm -hmm. на идеи. Как говоришь, да, идея big idea, да, вот, да, вот да. на это, короче, мы, от юриста, мать... да? да, от который юриста, без опыта, который без опыта, да, который может только что-то рассказывать, книжки пересказать, да, да, книжки пересказать, значит, хорошо мотивирует. можешь, да, вот и вот так все получилось, и мы открыли как бы проект Day, я думаю, по-моему, был очень успешен. На данный момент этот проект ко мне никакого отношения не имеет нам открыли 55 точек, была хорошая капитализация, был хороший заработок, там, рой, окупаемость, маржинальность, все супер было, да, мы работали там в таком экспресс-формате, где мы не брезгали там локациями, открывали везде, где можно было, то есть это была, Starbucks, Star... это была стратегия Starbucks. То есть открываться там, где возможно, без разницы там подходит, формат не подходит. Люди есть, трафик есть, все открываемся. Да? Это может быть цветочка, это может быть заправка, это mm -hmm. может быть магазин одежды, бизнес-центр, павильон, это там торговый центр, помещение. Без разницы там mm -hmm. даже я там помню, открывал кофейню на четвертом этаже, на десятом этаже. может открывать да, кофейню да. на десятом этаже. Я свидетелем был <laughs> этой истории. <laughs> на девятом этаже, да. И вот э, таким вот образом, да, вот первая моя ошибка, это ну, наверное, это была то, что я не был честен с самим собой. Mm -hmm. По характеру я больше оказывается, предприниматель, и это я осознаю. Mm -hmm. И человек должен посмотреть истинно в глаза и сказать, что я там не предприниматель, я специалист. Хоть как бы тебе это ни было больно, например, человек занимается предпринимательством, он думает, что он э, вырастет как предприниматель, станет бизнесменом, у него не получается, mm -hmm. да? И, я им таким людям говорю: остановись, стань управленцем, попробуй mm -hmm. себя. Качестве управленца. Mm -hmm. Управленца не получается, значит, ты специалист, точно. То есть и есть ротация, то есть, есть какая-то определенная да, корреляция, там да, есть характеристики у специалиста, есть mm -hmm. характеристики управленца. Просто нужно их изучить, понять, сделать какие-то какие тесты и направ... двигаться в правильном направлении. Как вот говорят, да, то, что лучше идти в правильном направлении, чем бежать в неправильную сторону. Да? Mm -hmm. Ты уже на 50 процентов, на 100 процентов эффективнее того, кто бежит, бежит. Со скоростью света неправильное направление, да, да? да. Нет смысла бежать в неправильное направление. Как вот я, например, да, 7 лет бежал в каком-то направлении. И я думал, что мой школьный бэкграунд он даст мне какую-то помощь, гарантию, да, да? Гарантию, да и какие-то там какие-то гарантии дадут. Но на самом деле это не так. Mm. Вот. И надо быть честным с самим собой в первую очередь. Это мой первый супер, совет, наверное. Супер, супер. Да, прям столько информации прозвучало, да. Ну, кстати, я вспомнил, когда Асажан сказал, что золотую медалью закончил, мы в одном студенческом доме жили. Мы знакомы уже очень-очень И... давно. Наверное, зрители хотят тоже услышать, э ты затронул тему именно кофе-дэй, той сети, которую ты сам основал, будучи без опыта, да, на голом энтузиазме, да, с кучей обязательствами. Там тоже об этом поговорим. Именно с точки зрения, какие ошибки не нужно допускать, uh -huh. чтобы люди там не повторили да, такую ситуацию, чтобы было максимальной пользы, да, как говорится, мясо, да. Окей, Айхан. Ну, к слову, хотел просто добавить, что. Да, правильно этот делить предпринимателей или специалисты. Иногда даже специалисты зарабатывают больше, чем предприниматели. Да, да, да. на самом деле. Если грамотный специалист, он востребованный, эксперт в своей сфере, то может спокойно зарабатывать больше. Кстати, да, здесь миф есть такой, что люди некоторые думают, что если я не предприниматель, я буду мало зарабатывать. Это, это миф, потому что руководитель может много зарабатывать, специалист может много зарабатывать да. и предприниматель может много зарабатывать, то есть разные там заработки, да? тоже расскажу краткую историю. <laughs> ну тоже закончил университет в Астане, евразийский университет, специализация архитектура, так как с детства хорошо рисовал и в эту факультет и поступил. потом по окончании уже устроился на работу это Астана Геймплан. полугосударственный был полу частная компания мы разрабатывали геймплан города. И там буквально за полтора... Ну, в начальном этапе я был как все этот, ленивый. Там уходил в 6 вечера, как положено. Да, уходил, не дорабатывал там, и так далее. Потом все равно там такая рабочая обстановка была. И сильно повлияло. И ну, даже начал задерживаться на работе, там, перерабатывать. Иногда были месяца, когда мы без выходных работали. И, ну и свои плоды все равно дает это. Быстро научился всем архитектурным программам ну, и так далее. И э, первое, вот то, что, первая ошибка. Uh, ну, как это и ошибка, но и это uh, дало в дальнейшем свои плоды. Ко мне uh, один из коллег обратился, давай вместе проекты делать, и мы начали вместе проекты делать. Помимо своей работы, делали дизайн-проекты в азиапарке, бутики, uh, также просто частные дома там проекты и так далее. Ну, у него перенял опыта, но в дальнейшем этот uh, мы даже уже планировали увольняться, открывать компанию ну и так далее. Перенял или украл? Нет, наверное, перенял. И в дальнейшем мы замечтали, что будем открывать компании и так далее. Все вначале все грамотно это шло, мы делили все 50 на 50. Первая ошибка в том, что мы в начальном этапе не договаривались вообще обо всех условиях. И ну, в дальнейшем он просто начал включать начальник, это мне не понравилось, и мы, этот, мягко говоря, разошлись. Но зато я э, у него также этот опыт перенял, э, и в дальнейшем решил открывать свою компанию, потому что до этого мы использовали всегда печать одной компании, я за каждую печать платил деньги. И ну, открыли компанию с э, женой, и где-то на лицензию подавал документы. Ну, там тоже 3-4 месяца нашло, ушло, чтобы лицензию получить. И в июле месяце я получил лицензию и этот, решил увольняться. Потому что, ну вот как э, Аслажан говорил, этот, э, мне не нравилось, что ну, вот коллега командовал надо мной. И все на охоту было свое, и ну, решили свое открывать. Потом, в общем, мы я уволился, потом с э, женой уже этот... Э, я купил компьютер на дому, и целый год работал на дому. Э, была лицензия, главное, мне нужна была главная лицензия, с, э, своя печать, и чтобы начать работать. Так и работали э, год на дому. Э, я этот, э, машинально по нам тогда я понимал, что нужно этот в интернете рекламироваться. И разные сайты бесплатные и так далее ну, рекламировался. И за счет этого заказы приходили. А в то время, в 14-е годы, это было непопулярно. Люди только начали, начинали искать это все в интернете и так далее. И этот, потихоньку мы этот, раскрутились. Потом я снял офис уже поменьше в Алмата бизнес-центр. Там уже начали работать и как-то зашел мне ко мне на курс выше учился один этот, давний знакомый с университета. Ну, он предложил давай вместе снимать, давай вместе работать и мы вместе начали работать. Это мое второе неудачное партнерство. Uh, у меня все неудачи, этот, uh, все факапы связаны в основном с партнерством, наверное. И вот мы начали вместе работать. Он, у него своя компания, у меня своя компания. Но большие проекты совместно делали. Он своих клиентов приводил, я своих клиентов приводил. И тогда этот... Uh, ну, у меня был один крупный заказчик, в общем. Он свой опыт тоже мне передавал. Я тогда не знал, как работать с подрядными вот актами, да? там сложными уже проектами и так далее. Я все равно благодарен этому опыту, я у него много научился. Но в один момент мы с женой улетели в зарубеж, и когда прилетели уже, я узнал, что он моему же заказчику обо мне плохо отзывался, хотя проекты нормально шли. И так мы с ним тоже расстались. И тогда я уже окончательно этот ушел в свободное плавание. И уже начали этот... Отдельный офис сняли, отдельно начали работать. И первая ошибка тоже, то, что этот, я не развивался первый, до... 19 года. С 14 по 19 год ко мне шли заказы, все брал, то, что брал, делал, и никакого развития особо не было. Ну, первым сотрудником была моя жена, она мне помогла и этот, попросилась, чтобы ее научить. И этот, я научил, потом последующем уже сотрудника первый нанял. И до 2019 года где-то 1-2, 1-2 всегда у меня сотрудника было. И вот первая ошибка, что он не развивался. Не развивался как и личность, так и компанию не развивал. И последующим уже этот прошел трансформационный тренинг с парта, если слышали. И... Так, тут реклама пошла. Не, я очень просто благодарен. Просто говорят, что человек меняется, когда проходит один, ну, какой-нибудь тренинг, мощный, да, или когда у него этот его жизнь толкает на критические ситуации. И когда дают обратную связь, да, вот тогда человек в основном меняется. И вот этот э, тренинг как раз и поменял меня. И э, после этого мы уже э, тоже в, в карантин я попал. Mm -hmm. И после кар... а, карантина, э, ну, в общем, тренинг это закончился, и на следующий день наступил карантин. И после карантина уже этот, э, как другие люди, мы не отдыхали. И тоже начал этот, смотреть всякие подкасты, читать книги. Я раньше, хотя у меня этот и мамой был книжная сеть магазинов, но этот я книги не читал. И только с 19-го года начал читать. И первая книга это была богатый папа, бедный папа. И с тех с тех пор прям ну сильная дало. И э, во время карантина я уже только развитием э, маркетинга занимался. Э, делал этот сайты, делал эти э, текста, ну и так далее. Полностью этот упакол, тоже компанию. И когда именно карантин закончился в июне, и э, такой сильный поток клиентов пошел, что мы уже э, начали не успевать. И... Э, принимать деньги, отрабатывать наши же эти заявки и так далее. И э, от того, что не успел, быстро начал набирать команду. И на то время, если по книгам, то вот никаких правил э, от хорошего к великому, эти книги как раз я читал. И этот э, начал набирать специалистов, начал уговаривать тех же сцонных людей там и так далее. И с тех пор вот э, Ту -ту -ту, ну, на, на, на... пошел процесс. Так, нельзя. Суеверие, да? да. Коллеги, я предлагаю таком, друг друга можно перебивать, почему тогда будет уже такая открытая обстановка. Вот. Где-то можно пошутить, где-то можно свое сразу 5 копеек составить. Я-то чувствую, что уже хотелось составить, Учитывая, сколько книжек и оба туда есть, да. Поэтому да. Айхан, Асажан Рахмет. То есть, получается, если подытожить, вообще, когда казахи говорят, я сейчас коротко хочу сказать, я уже не верю, да, потому что у нас есть эта патологическая тяга к микрофону, и как бы с детства мы той и даже если не говорим, но видели, как это делается, поэтому вот здесь мы будем немножко перебивать. Значит, Асике сказал это быть честным перед самим собой, и определить сразу, кто ты, да? исполнитель, руководитель, либо бизнесмен. Мы у себя на практике в консалтинге, когда заходим, интервьюируем и проводим тесты, эти тесты сразу определяют. Там не один тест, там сразу несколько тестов, mm -hmm. потому что ни один тест не может определить то есть, тебя. Они друг друга дополняют, и там сразу видно, предприниматель, специалист или такой-то. И мы mm -hmm. уже сразу знаем. Не обязательно человека там 10 лет знать, чтобы. Это мировая практика, поэтому мы Америку там не открыли. Вот, это значит первое быть честным с самим собой, а второе прописать договоры и обязательства, да. развиваться как личность и компанию, правильно? Да. Вот, вот так. Я еще могу добавить да. лайфхак на миллион долларов, да? даже может на десятки миллионов долларов. Да. Ну, часто слышу то, что про партнерство там ошибки, да, и инсайт, который для себя я взял в целом, да, то есть выбор неправильного партнера обнуляет все усилия. Uh -huh. То есть э, даже неправильное там название, там и может концепция, ниша, да, это не все не так важно, а именно в партнерстве, если ты выбрал неправильного партнера, то он сколько ты бы усилий не сделал бы, сколько ты там денег, инвестиций, там развития не не, не сделал бы, то он обнуляет все свои усилия. Потом в итоге ты обратно возвращаешься либо на точку А обратно, да, либо ты там, ну, вообще даже хуже, там может даже ну, в тюрьму сесть, там тебя могут посадить, подставить, тебя могут кинуть, например, да, там, ты можешь не то точку, а вернуть, ты можешь долгами да. там, в миллионы, десятки миллионов долларов просто уйти в прошлое, там, да, да. и потом все это разгребать. И это все про партнерство. Потому что партнер, если вот не вы, выбор неправильно партнера, он максимально обнуляет все усилия. И тут лучше приложить максимальные усилия, Максимальные вот, э, старания, да, анализ, там знать, тесты, там, да, дать ему время, испытательный срок, год, и, там, проработать, поехать, посмотреть, да, выявить, то есть, да, и смотреть с точки зрения не то, что он хороший человек, да, а смотреть на его бэкграунд, на его даже, может быть, досье, там, всю жизнь просмотреть. Ну и, наверное, в принципе тоже, да. С соседями должны, пообщаться, да, сказать. Совпадать, наверное, ценности. Да, ценности. Но ну, ценности, видите, когда вопрос миллиона долларов, там, да, десятки миллионов долларов, то там ценности Подож... отходят. Подожду, да. Да, они, они уже отходят на другие. Там уже вопрос шкуры на кону, когда там уже там, некие этические вопросы не стоят там, первым планом, да, там уже вопрос выживания, вопрос выживания, страха, да, то есть самые страшные, самый вот людьми нельзя, невозможно управлять, людьми можно, управлять только можно страхами людьми, и вот этот страх, да, это самый сильный индикатор, да, или самый сильный э, инструмент, который, да, вот человека, он либо драйвит, либо, наоборот, его уничтожает, например, да, и когда, например, стоит страх там, да, там, облажаться, например, да, на несколько миллионов, там, да, у человека там уже ценности, какие у тебя там были, не были, дружеские отношения, это все отходит на второй план, да. Да, Ну, как бы вот страх, это вообще, я вот недавно только это осознаю, но я понял, что страх, это нереально просто. Этот подкаст Аскара Галиевича да, про страх, да, вот. Да, супер. Uh, ну, я думаю, что аудитория будет интересна, если мы сделаем такой один, два, три, 4, 5, как выбрать партнера, uh -huh. скорее всего, да, чтобы это было максимально. Потому что частенько бывает так, что вот, да, я почему сам не всегда люблю тренинги? Потому что обычно после тренинга выходишь, говоришь, и, и что дальше? Ну, типа, что делать? Потому что эмоционально ты зарядился, а у тебя нету вот этого вот чек-листа, с чего начать? И давай, Асике, тогда как выбирать партнера? 1, 2, 3, 4, 5. А, да, во-первых, если есть возможность работать без партнера, работать без партнера. Это мой первый совет максимально, да. Партнер нужен только в том случае, если он тебя реально дополняет, да. То есть и дополняет либо там, финансово, да, и или дополняет там какие-то там у него есть интеллект, или там у него есть какие-то такие способности, которые нету ни у кого, да, там, твоих друзей, там, близких, там, да, он супер, там, какой талантливый человек, например, да, ты можешь его, там, скажем, какой-то IT-стартап ты делаешь или, там, какой-то бизнес делаешь, и ты берешь, там, очень талантливого робототехника, там, да, который именно разбирается в дронах, в роботах, да, и с ним партнеришься, да, и потом уже знаешь, что он номер один в Казахстане, да, больше ты альтернативы не найдешь в этой теме, там, да, только он номер один, да, пока на данный момент, например, да, или бы там какой-то супер киберспортсмен, да, который номер один, там, да, и ты с ним партнеришься, партнеришься, да, во-первых, во-вторых, то есть он должен быть номер один. Во-первых, партнер не должен быть. Если даже партнера ищешь, ты должен брать номер один или там какой-то супер талантливый, какой-то гениальный человек. Если он не супер и не супер гениален, то есть тоже вопрос стоит, брать его, не брать. В-третьих, должен быть э Должен быть контролирующий пакет. То есть у основателя, у человека, который вообще Больший инвестирует, да, он должен не бояться говорить, что у меня там есть контролирующий пакет, последнее там, решение за мной, последнее, там, последнее слово за мной, последняя подпись за мной и так далее. То есть это человек есть, должен... Чтобы не лез в операционку, наверное, да? Да. Ну, нет, операционку. Тут, например, если партнер, ты ему либо отдаешь полностью операционку, ты только занимаешься только там инвести инвестициями, либо занимаешься там развитием и так далее. Но в операционку ты не лезешь, но последнее слово в целом в развитии, там есть такое понятие, как крупная сделка. Крупная сделка – это, например, твой партнер в пределах какой-то суммы имеет право принимать собственное решение. Например, там прописывается там, 10 миллионов, 20 миллионов, 100 миллионов, может быть, да, 1 миллион долларов. До этой суммы он имеет право принимает собственное решение. Но если решение переходит этой суммы, то вы принимаете решение либо коллегиально, либо ты сам принимаешь решение, да? Вот это нужно тоже прописать. Ну и вот эти три, наверное, совета первое, главных. Это вот первый очень без партнера работать, потом, вторых, если в партнер, то он должен быть супер гениально талантлив, там, да, единственный в своем роде, да, человек, да, и в третьих, там, оставить за собой последнее, там, да, это решение, главную подпись за собой там, а да. А что делать тем, у кого сейчас уже есть партнеры? Вот они сейчас я услышат и подумают, Полей, надо как-то от него избавиться, наверное. Да, нет, избавляться. Я сам, кажется, красавчик, да, такой ну, может ну, быть. разные случаи бывают, да, и у всех разная жизнь, у всех разный проект, разные бизнесы там, да. Хоть и бизнесы там, бизнес-модели там какие-то там ниши похожи, но они, у каждого своя история. Да. Я думаю, каждый должен прожить это, пережить, понять. Например, есть люди, например, делятся на, на две категории, да, по моим наблюдениям. То есть есть люди, которые учатся на ошибках других, а есть люди, которые учатся только на своих ошибках. Вот я, например, да, человек, который учится только на своих ошибках. Да, например, мне хоть там говори, не говори, там, да, с обратную связь давай. Вот ну, короче, плохо слушаю других людей, да. Вот мне нужно самому наткнуться, самому там упасть, там э, разбиться, там, не знаю, пережить. там, упасть, пережить, там, да, и потом только, а, да, кажется, действительно, так, да. То есть, да. И таким людям, у которых уже есть партнерство, да, ну, я не знаю, кто они например, они учатся ли на ошибках других, либо на своих собственных, да. Но в любом случае они должны прожить это, пережить, пройти этот этап, да. И ну, да, ну, у них должна быть вот эта идея в том, что партнерство, ну, как вы, Мавроди, знаете, Мавроди, да? основатель МММ в 90-х годах, там самый богатый человек, mm -hmm. там он собрал 70% всего кэша СССР, там, да, он измерял свои там деньги комнатами, типа да. Типа Каспи, да, короче. Типа Каспи, и... там, не, он даже богаче. По, если смотреть по состоянию Мавроди и Билл Гейтса, у него Мавроди больше денег было, чем у Билл Гейтса даже, касса. по текущей даже. То есть те деньги, которые на тот момент у него были, в долларах пересчитать намного богаче он был. Он 70% всего населения денег собрал. А СССР в, том, в тот момент бум, не бедная страна была, у него капитала много было. И Мавроди говорил, что великие дела делаются в одиночку. Я раньше думал, блин, когда, ну, когда слушал год, ну года, наверное, два-три назад, ну, что-то не согласен с тобой, да, ну как бы мелкие проекты, там какие-то проекты делаются в партнерстве, но на самом деле великие дела, большие, он только в одиночку делается, поэтому вот у человека в голове должна быть вот эта идея, да, что, да, если есть возможность, это обратно переходит к возможности, к силе человека, характеру человека. Например, почему человек берет партнера? Значит, он сомневается в себе страхи есть боязнь есть там сомнения есть да нехватка ресурсов и так далее так далее так да, далее да много. то есть да причин много ну сильные люди там сильные предприниматель бизнесмены они понимают что они могут делать и то есть партнер есть есть коллега есть там сотрудник да то есть партнерство обычно берут когда ты чего-то боишься ты хочешь я могу я признаюсь да что я мог бы например да кофеды строить в одиночку ну, я думал, боялся, да, блин, 100 точек, да, да, там столько работы, да, столько усилий, там, да, на этом пути сколько будет разных проблем, препятствий, да. Одному, наверное, будет сложно, да, Сегодня переживать, да, пусть лучше будет, когда со мной будет партнер, да, да с кем да. мы будем, будем делить свои, да, эти, да, риски. риски, там, да, будем там общаться, ну, даже советоваться, например, ты когда один принимаешь решение. Страшнее, когда, нежели ты с кем-то советуешься. Да, когда да. ты с кем-то советуешься, там, как минимум, ты себя оправдываешь, да, ну, я с ним да. посоветовался, там, да. да, и так далее, сделал, да. Есть это... какие-то ошибки, то он может на него накладывать. Или подтверждает, вот. Ты в правильном направлении двигаешься. Да, там. да. Ну, это какое-то утешение, да. И, это, а, и человек в партнерство заходит тогда, когда у ну, него не хватает каких-то там ресурсов, либо там не Компетен, хватает развития, средств. компетенции. Это все обратно все связано с страхами. А когда человек уже вырос, когда у него уже есть все возможности, да, он может и без партнера, без партнера двигаться, например, да? На это много сейчас примеров, тоже, у которых бизнесменов, которые там. Есть много бизнес, бизнесменов, у которых нет партнеров. У которых там, да, есть, да, какие-то там партнеры, мелкие партнеры, да, у которых там, может, 5-10%, но не точно не 50 на 50. 50 на 50 это вот самое страшное. Да? Должно быть 49-51. Даже минимум. так не должно быть, да? Лучше вообще без партнера. Лучше дать 5-10%. Я вынужден, наверное, здесь добавить, что лучше брать в партнера Всевышнего уповать на него да однозначно да, да однозначно ну а те кто уже работают с партнерами здесь Аслажан именно конкретно говорит если вы начинаете какой-то проект или бизнес а если у вас есть уже партнер то усиливайте ваши взаимоотношения делайте прозрачность потому что опыт показывает что когда вы с партнером и один из партнеров начинает нарушать договора то уже нет уберики и здесь начинает портиться уже поэтому каждый вы, если уже с партнером, то есть улучшаете свои взаимоотношения с партнером, открыто беседуйте, открыто принимайте обратную связь, и здесь лучше усиливать дальше, да? Но если вы начинаете будущее, правильно, то вот советы от Асалжана. Ага. Про партнерство. Ну, бывают системные люди, да, и бывают несистемные. Бывают и денег, бывают ну и денег и там топит и, а бывает там системные операционки и если у тебя допустим наверное не хватает системности то наверное в партнерстве лучше брать системного человека и самое лучшее партнерство это партнерство которое ты получил в бизнесе не изначально там нашел там друга там или, примерно а в дальнейшем ну допустим ты его взял операционным директором и потихоньку-потихоньку он вырос, да, какого то там, да? может, и перегнал тебя там по опыту и так далее. И вот так, такое партнерство, я думаю, будет крепким. Ну, и потом по долям, если на начальном этапе, когда ну, только компания зарождается, обычно люди вместе начинают, вместе этот, вкладываются, да, там по стопроцентно. А потом в дальнейшем уже роли ну, делятся по ролям, и в какой-то момент может быть один из партнеров там меньше усилий прилагает. И у другого начинается этот. А... Ну, типа, почему он меньше усилий, я больше этот, усилий делаю, но меньше получаю. Ну, вот такие непонятки. И в такой момент, наверное, я так думаю, лучше сесть и по чесноку поговорить со своим партнером. И уже этот, как есть сказать, вот давайте разделим. Ну, в этот месяц, допустим, да, этот, как ты чувствуешь, что сколько, сколько ты должен получить? И, и там, может быть, передоговориться, да? Можно этот в дальнейшем по работе там партнерство передоговаривать. Расписать, наверное, да, да, да. лучше. Разпис... В, в теории, да, это... Хорошо, так говори, да, да там, да, на Ну, по всего... факту, да. У меня один-два вот не, неудачных партнерства. В итоге я сам сейчас один, но ну, или же партнер у меня сейчас жена, да, по второй компании, так как это она начинала. Она сейчас как операционная, и я так больше это По подкастам езжу, да? Она работает, да. Кстати, хороший лайфхак. Когда вот ты только начал бизнес, ты взял жену. Скорее всего, не платила изначально, такое тоже, да. Да, такое было. Первая компания совместно открыли. В дальнейшем она забеременела и уже декрет ушла. И как я уже один начал ее продвигать. И до сих пор продвигаю, да, перепланки за это, а второй возник, наоборот, из-за декрета. Она не хотела дома просто так сидеть. И этот мы как раз ремонт закончили и начали искать ручки, но ну, не могли нормальные ручки нормальные э, премиального класса найти Дели в Шали Казахстане. бизнес, да. да? Вот видите, как миллионеры делают. Что-то не нашли, открыли бизнес. Да, мы главную боль нашли Понятно. и на этом уже потихоньку начали первые заказы делать. Э, ну этот Инстаграм качать и, этот, и потихоньку начали ручки закупать и товары у нас все больше и больше становилось. Я сперва весь балкон забил ручками, потом всю квартиру, под кровать уже везде негде было. И вот в 2021 году мы этот, открыли магазин уже офлайн и ну, решили попробовать. Mm -hmm. Просто попробовать, если пойдет, так пойдет. Все хорошо пошло, да. И с тех пор вот. И, да. и лайк декор развиваем, и перепланы развиваем. Да, давайте вернемся к теме. Я вот, если говорить про тесты, я координатор. То есть мне всегда приходится в любых компаниях возвращать людей в начали. Ну вот, по итогу можно, да? Да-да. Ну вот, партнерство, да, лучше либо делать одному. Если с кем-то делать, то посмотреть на свою слабую сторону. Если тот партнер укрепляет, то брать его. И партнерство лучше находить в самом бизнесе, нежели ну, в начальном этапе. Да? И третье, партнерство с женой тоже возможно. Это потом, когда декретный выплачиваешь, это падает в семейный бюджет, правильно? Да. Такие финансовые схемы еще есть. Я добавлю со своей стороны, что действительно согласен с ребятами то что партнерство это хорошо отчасти да выбирать нужно да ошибка на входе обнуляется последующие действия да говорится и со своей стороны наверное, хотел бы добавить у меня есть вот друг Тимирлан наш общий друг да, да который да. говорит что на ассалям алейкум мы все как бы улыбаемся да а дальше уже там в бизнесе это покажет и в целом я себя хотел добавить что я заметил как бы свою слабость в том плане что порой когда ты работаешь с партнером и когда тебе идет обратная связь на какую-то профессиональную деятельность, ты можешь воспринять это на личностное, и может возникнуть конфликт. Поэтому, друзья, разделяйте личностное и профессиональное. То есть э, не все партнеры говорится, плохие, э, вот, просто бывает э, характером, говорится, может не сойтись, и да. не воспринимайте на личностное. Поэтому вот та книга, о которой ты говорил, и Джим Коллинз «От хорошего к великому», это ученик Друкера, да? Вот, потом, кстати, эту книжку тоже потом опровергнули. Поэтому, ну, отчасти там есть тоже правильные вещи, и очень много, да. И он говорит, что сперва кто, потом что, да. То есть сперва мы формируем команду. И также есть мнение, что лучше уволить сотрудника легче, чем партнера. Да, да. То есть, например, ты взял сотрудника, он показался на деле, и ты предложил ему долю, чтобы его удержать. За какую-то уникальность, да, например. Вот. Поэтому вот классно. Да. А, давайте вот предлагаю по ошибкам также, но немножко короче, чтобы мы затронули еще другие темы. Давайте поговорим немножко про кофе дэй. Есть люди, да, как ты сказал, два, которые на чужом опыте, которые на своем опыте. И только наши говорят, люди, наступая на одни и те же грабли, радуются, что их никто не украл. Да? Это те, которые на своих ошибках все это хотят. Асике один из них. Поэтому, Асике, поделись опытом. Есть mm -hmm. такое, да, есть такое, как тебя кинули, есть такое версия, чтобы было более позитивно, как по NLP, да, это сделали так, как им выгодно, да. Поэтому поговорим на позитивной ноте. Э, ни в коем случае мы не переходим ни на личности, ни mm -hmm. на что, а это как просто кейс, опыт, чтобы люди э, могли получить оттуда пользу и сохранить себе там деньги, нервы, э, время. Асике? А, ну, что касается куфиды, какие были у меня ошибки личные, да. Ну, ошибок на тот момент я этих я эти вещи не воспринимал как ошибки я их потом осознал что это такая ошибка там ошибок было много куча начиная там с скажем там с дизайна заканчивая там стратегии и так далее ошибок было много но самое главное одна из главных моих ошибок это наверное было в том плане что я смотрел вперед и не смотрел назад. То есть предприниматель он живет всегда будущим, всегда у него там стратегия, планы и так далее. Да, он смотрит только вперед, но он не смотрит, что происходит у него сзади. То есть он не смотрит на зеркало заднего видения, например, да? Он смотрит только в лобовое окно и только вперед. И у него там при скорости, когда у тебя там 10 километров в час, например, да, смотреть назад сложно оказывается, да. И я не смотрел, а оказывается, там нужно смотреть тоже временами останавливаться, то есть это если ты, у тебя бы, быстрая скорость, не надо э, еще быстрее ехать, да? нужно, может быть, остановиться, сделать там остановку, да, там, а останов... 500, да, да пидстоп остановиться, да, посмотреть там, вернуться назад, там, да, посмотреть там, там колесо посмотреть, там, посмотреть бак посмотреть, да -да -да. Да, машину посмотреть, там, может подняться, там, да, потому что дорога-то дальняя дорога-то дальняя, там да, на, там тысячу километров надо ехать еще, да, и это вкратце если объяснить там без это, этих, да, без, без философии, да, то это будет, наверное, смотреть по сторонам. По, моя ошибка, я не смотрел по сторонам. Я просто вперед шел, топил, работал. Ну давай да? конкретно, вот пример из кофе а, Дэй. Да, оказывается, там сзади тебя там какие-то интриги делаются, там, да, какие-то там делаются там разговоры, ходят, там, да, заранее какие-то там схемы, концепции какие-то там, да. А как это можно предотвратить? Это предотвратить. Есть еще такое, что как бы собаки лают, караван идет. Ну, это... это мне кажется, не про это. Это когда тебя, например, да. хейтят, ты не смотришь да. на хейтеров да хейтеры хей подписчики да. Э партнеры да. Клиенты. да хейтер да хейтер там понятно что он, он прямым там текстом тебя хей хейтит да, да ты знаешь что он для тебя там не друг да, да но да да ты знаешь что он твой не друг он твой не да он не желает тебе добра он тебе хейтит и так далее там хочет тебя остановить ну наоборот эти люди тебе дают мотивацию еще быстрее работать а когда например твои там близкие которые ты думаешь что они твои друзья твои партнеры которые там могут за тобой за спиной там говорить а то есть надо общаться с людьми, смотреть, да, например, остановиться. То есть остановиться, что только остановиться, например, да, это может быть остановить там, открытие точек, может быть, а там, да, сесть и поговорить там, с э, людьми, например, да, там, какие есть проблемы, что у тебя там вызывает, там, скажем, да, какие-то недовольства, например. Да. Я разговариваю с людьми, да, разговаривал с людьми, но э, это может быть там из 100%, только может на 50% разговаривал, на 50% не разговаривал да и вот эта дыра дыр дыра она оставалась и там да мне там какие-то может быть против меня работало это все да? и как бы главная ошибка это наверное нужно смотреть по сторонам не думать только о будущем только не только вперед надо смотреть и назад и вперед и в бок там да и может быть где-то нужно остановиться как бы это вот если обобщенно рассказать это вот вот так и нужно много разговаривать с людьми. В целом у меня вот такая крупная ошибка, это еще плюс одна ошибка в моем характере, это отсутствие эмпатии. Возможно. То есть, например, у меня вот есть такое, как бы, да, видишь цель, не видишь препятствия, например, mm -hmm. да. То есть для меня очень важен результат, для меня очень важен там, да, успех компании, там, да, интересы компании, например, всегда двигаюсь. А не все люди такие, оказывается, не все ты как ты. Есть люди, которые там, да, для них там, да, они видят препятствия, для них там много рисков, да, они, может быть, они не разделяют с тобой твои цели. Например, на каком-то этапе, когда ты в партнерстве, да, например, не всегда бывает, что твой партнер разделяет твои цели. У тебя цель тысяча, он говорит, давай, подожди, остановимся. Я уже устал. То, так короче, да, сейчас я уже все, короче, я хочу нормально жить, хочу успокоиться, там, хочу ходить, тоже там, да. Приземлиться. Да, приземлиться, да. Я говорю, нет, подожди, сейчас еще мало, мы только, только, только начали, да. То есть, и ты, ну, твой партнер уже отстает от тебя, то есть, да, у тебя уже, там, через год, через два, там, кто-то выгорает, он, например, уже не хочет, но не показывает вида. Это обратно тоже, да, перед честным самим собой и так далее. Это тоже с этим мы сталкивались, да, то есть, когда ты говоришь тысячу, как тысячу? Это же нереально, да, остановимся, да. И вот у меня главная моя ошибка, что у меня отсутствует эмпатия к людям, например, да. И над этим я сейчас очень сильно работаю, да, и нужно тоже смотреть, кто что хочет, например, да. Видеть цель надо, но нужно и видеть какие-то препятствия, которые могут принять к цели, например. То есть получается, это получать обратную связь. Обрату Важно реагировать, реагировать на эту реагировать, обратную связь, да. чтобы эта дыра не увеличивалась. Да. И эмпатия, да. Эмпатия. Ну, те, кто не хотят гуглить, эмпатия это эмоциональный интеллект, да? Эмоциональный интеллект это понять, как, тебе, как чувствует твой собеседник. То есть как он тебя чувствует, обращать на это внимание, да? Ну, классно, классные советы. Да, хотел добавить. Давай. А, да, ну, насчет еще бывает. Человек начинает бизнес, mm -hmm. да, потом начинает расти, начинает mm -hmm. первые деньги зарабатывать, mm -hmm. и вместе с ним у него растет эго. Mm -hmm. И когда эго растет, он перестает иногда это, замечать ну, обратную связь. И когда перестает обратную связь, или до какого-то там уровня, да, там начал зарабатывать больше всех остальных, и вокруг, кто его окружает, меньше зарабатывает, mm -hmm. и с ним ну, эго растет. Хотя, на самом деле, может быть, человек намного меньше себя зарабатывает, но какой-то специалист, да, там обратную связь, там, не знаю, допустим, по маркетингу даст, и ты если его там послушаешь, ну, этот, внимательный, да, то у тебя там рост пойдет, да, да, там развитие и так далее. Или же ты, опять же, этот из-за эго не можешь услышать, да. Там, может, тот же партнер что-то там предупреждает, и ты не услышишь. Когда эго растет, в общем, ты все знающие, все знаю, типа это ну, только вперед, вперед и так далее. Напси, да? Да. Непси? Получается. И потом, когда резкое падение, эго, эго твое там же остается наверху, <связывая> а, там, не знаю, бизнес условно упал, и тяжело спускаться. И вот этот баланс нужно всегда держать, мне кажется. Ну, и у меня такое было... Да. Пережил, да. Это... это надо пережить. Да, пережить. Ну, просто люди бывают там говно-говно, да, как когда себя не уважают, вокруг не уважают, один негатив визит там и так далее, и так далее. Есть, которые люди себя говно вокруг всех королей. Это когда у тебя низкая самооценка, а вокруг люди там лучше тебя там в бизнесе, там по интеллекту и так далее. там, У него достижения больше, и ты всегда там снизу вверх смотришь. И я всегда думаю, эго это когда только возвышается, а эго когда еще ты занижаешься. Занижаешься и не слушаешь, ну не слышишь. Это тоже это эго. Есть люди, наоборот, как король говно, когда себя возвышают, а вокруг себя людей принижают. А давай вот, чтобы практично было, три совета, чтобы бороться с эго. Да, ну и не рассказал. И последнее это вот король-король, когда ты и себя возвышаешь, и собеседника там возвышаешь и его достижения там, и так далее. Если у тебя ну, есть внутри свои ценности, свой там, опыт, там, экспертность и так далее, если убрать все материальные там, деньги и так далее, если как человек ты неплохой, то ну, смело можно общаться там на равных. Да, отлично, Рахмет, друзья, вообще классные мысли. Вот на самом деле я хочу подчеркнуть для зрителей то, что здесь прозвучали очень важные такие советы, Поэтому нужно задуматься и прям применять их, если вы не хотите потерять время, деньги, нервы, репутацию. Если вы видите, что подкаст длинный, там можете нажать настройки, скорость поставить на 2, как я это делаю. Я обычно всегда на скорости 2 смотрю любой там, пусть это будет подкаст какой-то. Ну, мозг привыкает, то, что надо, ты, берешь для себя. Хотел бы затронуть тему кайдзен. Сейчас это стало очень популярно. Бережливое производство, системы Toyota. Сейчас очень много запросов уже начинается со стороны крупной компании, то есть наш, наши там задумались, да, и государственные органы в том числе. Я знаю, что Аслжан, Айхан, вы знакомы с этой темой не понаслышке, когда Аслжан работал в большой компании, крупной, вы были одни из первых компаний, которые, да, внедряли, да, Абай да, в Айбон Хурлосе, да. Я и Айхан, которую мы тоже обучали, да, вы начали да. это применять. Поэтому давайте немножко поговорим, насколько важно и полезно применять эти технологии, почему... Ну, многие говорят, что мы не японцы, зачем нам этот кайдзен, да, что вы тут нам какую-то идеологию, да. Давайте немножко развеем эту недопонимание да, в области. Асике, ваш ну, опыт. Ну, мой опыт в кайдзене начался в 2015 году. В 2015 году, когда мы прошли тренинг, потом начали внедрять Кайдзен. Сама идея мне очень сильно понравилась. Я вообще люблю чистоту, чистоплотность. Да, вот это все, когда на своих местах. Да. И одним из первых начал там свой кабинет модернизировать под кайдзен. Там сделал папки, там 5С, уборку, потом контроль качества. Там, как я даже забыл, там много разных тем было. Там, э, ну, все вот эти инструменты, которые возможно было, там мы все это внедряли, потом начиная с 5 минуток, заканчивая, там уже дошли до бирюзовой там, компании, думали, будем сейчас все это внедрять. Э, ну, это было в период моей работы в по найму, Потом, когда с этой э, компании я ушел, уже начал внедрять э, кайдзен у себя в кофейне. А, в кофейне, там, чтобы каждая вещь была на своем месте, э, чтобы там не было вот этих всех потерь, которые там лишняя транспортировка, перемещение, лишние движения, там излишние запасы внедряли систему вытягивания, mm. э, там условно если вкратце рассказать, там у нас есть там сырье или есть там стаканчики в кофейне, да, которые могут заканчиваться, да, из-за резкого потока там, костей, и а кофейня там не может там держать очень большие запасы из-за там площади, там у нас кофейня маленькая, там скажем там 20 квадратов или там 30 квадратов, соответственно ты там у тебя каждый квадратный метр там да, на вес золота, да и стаканы мы как делали систему вытягивания там условно у нас кофемашинка стоит и там у нас есть стаканы мы там знаем что на этой кофемашинке 150 штук стаканчиков есть потом э, вкладывали стаканчики также под шкафы под кофемашинкой и там небольшой склад еще вы ставили кофе э, ставили ко этот, стаканчики да и если например даже у нас э, стаканчики заканчивались на кофемашине он знает что там у него есть под шкафами если даже шкафам в шкафах, шкафах закончится, у него есть на складе да и если да и это например как работает например да, если вы хотите чтобы там у вас в магазине вы знаете, что там стоит 5 там продукции, да, 5 штук продукции, да, и чтобы а, эти пять штук продукции всегда у вас были в наличии, э, у вас, соответственно, должны быть 10 быть на складах. И если вы хотите, чтобы постоянно у вас, э, чтобы на складах были постоянно 10, у вас там в большом складе должно быть их там 20. Чтобы вы хотите, чтобы на большом складе у вас было 20, уда, значит, у вас должны уже там, э, там, в распределительном центре, там, где вашего поставщика, чтобы их было 40. Если вы хотите, чтобы постоянно эти были 40, уже вы должны давать заказ на 80. Если вы хотите, чтобы там у вас 80 уже доказали, у вас уже должно в пути быть уже 160 и, там, и так далее, так далее. Это называется система вытягивания. Вот эту систему мы внедряли. То есть это намного, очень сильно нам облегчало работу по складскому учету. Вот эти такие инструменты Кайдзан. Плюс еще у нас были э, идеи, мы по максимально много идей, то есть мы даже мотивировали там, 100 долларов, 200 долларов давали там, нашим сотрудникам, которые там больше всего идеи, например, внедрят, потом дадут, внедрят и там дадут какой-то экономический эффект. Они, обязательно должен был быть экономический эффект был, да? За это тоже потом карточки всякие давали, рахмет, карточка за эффективность, за продуктивность. Потом да, да, да вот это, вот это мы все внедряли. Потом делали еще у нас был визуальный контроль, то есть мы какие-то там... Э там ставили, например, да, делали кофейню, убирались по 5С, делали все красиво, например, да, один раз там фотографировали, сказали, вот образец, как должен выглядеть кофейня, например, да. Стандарт. Да, стандарт, да, и вот этот, то есть и визуальный контроль у нас был, да. Но, к сожалению, это все было хорошо, мы внедряли, да, но чтобы это было постоянно и на, на стандартизировано, да, этим должен заниматься не предприниматель и не, там, и не а этим должны заниматься конкретные специалисты, чтобы вот эта тема дальше развивалась, да, и должен быть, наверное, какой-то кайдзан специалист который этим занимается, у него там KPI, и он внедряет эти все а, продукты там, да. Но этим точно не должен заниматься предприниматель, либо там управленцы, да. Управленцы должны только контролировать, предприниматель должен посетить какой-то тренинг по кайдзену, вдохновиться, всем сказать, все, начинаем кайдзен, управление должен это все перенять, быстро там стандартизировать, передать, на, делегировать на контроль, а специалисты там нанять работу, на работу там кайдзен специалиста, 5С, там еще генератора идеи, да, но это обратно все, обратно вопрос раздутия штата, это обратно там вопрос Бюджет, бюджета, там, заработной платы и так далее, там, да. И если компания действительно там хорошо растет, развивается, зарабатывает, то эти все инструменты, они как бы внедряются, но так как сразу продажи падают, иногда, она да, бывают разные ситуации, это все кадры обратно в первую очередь списываются у нас, да, как бы так. Это обратно все наш менталитет, это все наши приоритеты. То есть, да, для, для какой-то компании, может быть, KSN приоритет, он не будет сокращать штат, кайдзенщиков, ну, будет сократить штат других там людей, да, но мы же не можем сократить штат там бухгалтера или там кого-то еще, потому что там налоговая, да, сразу там закроет нас, да, там отчетность не будет сдаваться и так далее, там учет, бог учет сразу там разорвется, да, и тут вопрос уже, вопрос приоритетов, ну, вкратце мы вот так внедряли кайдзен, ну, кайдзен это крутая технология, это 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 супер инструменты на самом деле это кайдзен жизни должен быть кайдзен жизни должен быть но сам я как не совсем структурный и не совсем э, такой да системный у меня кайдзен чуть-чуть получается на вдохновении только да вот когда вдохновение там да вот так чуть-чуть получается а потом все тук, то обратно живу как обычно вот супер супер давайте послушаем айхана опыт и э, согласны ли вы с тем что за Кайзен должен отвечать отдельный специалист, не управленец, не собственник. Да, частично согласен. Сейчас свой опыт расскажу. Ну, давно интересовался Кайзеном. Потом пытался этот... В Кайзен-клуб потом вступил даже, да, только из-за названия, может, и Марван Потом уже начал прямо углубленно вникать в Кайзен. Начал читать литературу. Но литература в основном была про производство. А у нас офисные работы, чисто там бумаги и так далее. Я не видел этого применения в нашей компании. А потом а, потихоньку в интернете сам начал смотреть и начал это нашей команде вещать. А, Но ну, команда не понимала, все равно до них не доходило. Я всякие картинки отправлял, давайте так, давайте так и не понимал. А потом вот а, мы пригласили вас со Скарара потом провели трехдневный, да, или двухдневный тренинг. Да. и после этого команда зарядилась, до них наконец-то дошло все. И первые месяца прям очень круто было. Это, это, очень много идей было, которые раньше и думать не могли, да. Кайзен, это вот именно когда мы собрание проводили, бывало, что Сотрудник сам по себе такой молчун, там, тихий и так далее. Ну, раз такой гениальный идею даст и, этот, и ну, реально там, эффект дает компании. Потом в начальном этапе вы говорите, что он, сам предприниматель должен постоянно присутствовать. Я так и делал. И где-то продолжался это около 4-5 месяцев, наверное. И первые месяца мы очень много стандартов прописали, там около 70 стандартов. Раньше ну, не использовали это все. Потом те же да, папки по расстановке мебели, ну и так далее, вот эти все, все внедряли, это тоже в работе эффект давал. Потом мы пятиминутки, но наши пятиминутки всегда 40-50 минут длилось. Да. А потом уже вроде бы как идеи заканчивались, и мы начали в каждую пятиминутку уже прописывать стандарты. И вся команда ну, сидели и ну, прописывали вот эти стандарты мы также вот эту таблицу сделали, где каждый сотрудник что кто что знает и у кого какие проблемы пробелы и делают так компетенции, да? Да, делали так, чтобы больше компетенции у сотрудника было и да в какой-то момент этот это остановилось, когда я сам перестал посещать. компания все равно делала это но не, не такой эффективностью, Когда самого руководителя нет, эффективность, наверное, нам, ну, падает сильно. Но до сих пор мы эти инструменты используем, и очень много было внедрено, например, там, не знаю, те же рабочие, да, стол у нас архитекторы сидят, и постоянно чертят, там, и так далее, Творческий беспорядок, да, так назовем, и этот, постоянно бумаги валяются, там, и так далее, и так далее. И этот, черновики, зарисовки. И одна из сотрудниц вот, придумала из наших же черновиков, которые неправильно печать была, да, там закрепили ее и на обратной стороне его начали использовать. И, ну, рабочий этот беспорядок пропал. Как альбом, да? Да, как альбом. А после того, как заканчивается, мы заново прошивали. Ну, до сих пор это используем, и классный эффект. Да, и вот много, многое изменилось в компании, но так как я сам ну, отошел от этого, и уже когда вторая компания появилась, уже вторая компания начала заниматься, и первая компания, все равно этот отток пошел. И сейчас применяют эти все технологии, которые мы тогда придумали, но нового это особо нету. Потом второй, вторая компания, у меня вот и услуга, и товарка получается, в товарке мы начали тоже... Склад организовывают также все это, наклейки делать и так далее. И первые месяца у нас ревизии проходили по 3-4 дня. А потом мы решили этот оптимизацию сделать и сами уже этот лишний товары спустили в нижний склад, там и так далее упаковали, по килограмм расписали. В следующий раз мы уже не взвешивали, а просто а не считали, а взвешивали, если совпадает то количество и так далее и сократилось где-то полдня, там примерно полдня уходит у нас теперь на ревизию. И ну, это вот эффект казни. Можно экономически посчитать, например, сколько стоит ваши полдня, сколько сотрудников умножить потом да. на дни, на месяца, на года, и это не маленькая сумма. Да, это ну, очень классный инструмент. И ну, бывает, вот вчера даже мы этот, одну точку закрыли, Потому что на один город в нашей нише один магазин достаточно. И мы тестили, вот вторая локация была, но ее закрыли. И там был стеллаж на 25 полок. И я его привез в этот магазин. Если так посмотреть на склад, как будто бы его негде было размещать. По сути, мы посидели, подумали, поразмешали, померили и так далее. И все-таки ее разместили разместили, я думал, его ну, этот стенд побольше поставлю, тот уберу. По факту получилось, что все стенды, ну, этот, мы расстановку сделали, показан, да, и этот, на 25 полок увеличили склад. И это вот оптимизация тоже. И в личной жизни кайзен э, планирование, но ну, использую, да, через трейл. И бывает у нас ну, дома, когда мы этот, даже обычный пример приведу, вот эти все простины, как и полотенце и так далее, у нас всегда разброс стоял, но ну, они в порядке, но ну, в один ряд. И когда, ну, там, не знаю, там нужно что-то поменять, там, простины и так далее, ты теряешь время, ищешь. И потом этот, ну, решил сделать показ, ну... Каждую полку расписал, что здесь будет там условно, как я, полотенца, здесь будет простыня, здесь Принцип будет, супермаркета, да, да. да, там и так далее. И в следующий раз уже легче, легче ты уже этот секунды теряешь, этот секунды уходит, чтобы найти нужную вещь. Да, и, и ну, в, моем, в моем опыте по первой компании это классный эффект дал. По второй компании мы до сих пор вот оптимизацию делаем. И в личной жизни я тоже нет-нет ну, использую кайдзен. Классно. То есть получается, что кайдзен можно применять в любой сфере, правильно? Да, и То в личной. Вы думали, что только в производстве, потом вы сделали у себя в проектировочной компании, да, по сути, да. где собрались люди там, творческой да, да, да. деятельности. Поэтому. И следующее это в жизни, правильно? Ну и если в компанию вносить, ну, внедрять кайзен, то лучше специалиста нанимать, потому что лучше доходит до сотрудников, да. До... Ну и я соглашусь со Сложаном, что, наверное, какой-то человек должен на постоянной основе быть и этот... находиться внутри в штате, да. Да, и, и ну, заниматься мотивацией и так далее. Так как сам руководитель, если будет заниматься, то опять же, ну, простой будет. А руководитель дальше должен смотреть, дальше этот, о развитии компании думать и так далее. Ну, это тоже мое личное. Да, да, да. Ну, давайте по этому поводу, наверное, добавлю. От мистера Амазава, которому сейчас 84 года, он был экс-вице-президентом компании Lexus, президентом компании Toyota, Kentucky, чайна он работал непосредственно под руководством Таичиона. Таичиона это тот человек, который начал развивать компанию Тойота, военный человек. И мистер Амазава, он, будучи вице-президентом, президентом, президентом Таичиона говорил, ругал их, чтобы они выходили на производство. И в день он делал 30 тысяч шагов. То есть, будучи SEO, он проходил 30 тысяч шагов ежедневно и узнавал мудо, искал муда, это потери, которые не приносят ценности на заводе. И, возможно, по этой причине э, на данный момент у нас нет мировых компаний, кроме BI Group. А. И то в Group они признают, что первые, да, которые в строительную сферу привезли Кайдзен mm -hmm. с Пол Эйкерсом, в э, какой-то момент у них был бум, даже другие средние компании начали подтягиваться под их стандарты. И они, кстати, хорошо вот эти стандарты сделали, и у нас стройка более-менее лучше стала, да? Там? да, да. И какой-то момент у них был откат, когда они отказались от Кайдзена. И вот буквально в прошлом году они обратно позвали Лейкерса, чтобы обратно возобновить эту философию mm. Кайдзена и поняли, что Кайдзен это 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 надо и это как бы ключ к успеху стать мировой компанией. Я сам общался, когда был в Ирландии на саммите по Кайдзену и были мировые компании. Я вот завтра я выступал там и ко мне подошел человек говорит у вас есть белая мебель из Икеи знаете я говорю да знаю она популярна, говорит Казань я говорю да мы говорит изготавливаем ее в Португалии mm -hmm. то есть я общаюсь с компанией Икея или Икея, как правильно да дальше компания которая делает кресло для Аэростаны это Рикар, да? Mm -hmm. Тоже с ними общаюсь и так далее. И они все говорят: у нас были проблемы вот в масштабировании текущих кадров в прибыли. И когда мы начали применять кайзен, мы стали мировыми. То есть, и причем там были руководители этих эти компаний. То есть, поэтому здесь я, возможно, добавлю свои, как говорится, 5 копеек то, что если вы обратно вернетесь и как руководитель будете дальше продолжать требовать идеи, идеи эффективности и так далее, то это иначало приведет вас к тому, что вы станете мировой компанией. На это есть прям даже книга, где мировые компании, для Макдональдс, для Starbucks, которые изготавливают мебель, которые для всех вот этот Чопарт, там Булгари выпускают этот ювелирку, да, mm -hmm. они делятся своим опытом и говорят, что как бы если бы не кайзин мы бы не стали такой мировой компанией. Поэтому вот пусть этот подкаст будет на пользу, поэтому вернитесь в Кайдзен, да, Toyota это уже доказала, а для тех, кто говорят, что вот, а как же компания Hyundai, как же компании, китайские компании, которые сейчас якобы там обгоняют и так далее, Toyota легко ответил на этот вопрос, это вот было в Ирландии, они сказали, давайте посмотрим через пять лет, что будет. Это первый момент. И второй момент, вот принцип. Сейчас китайские компании работают по принципу выталкивания. То есть без разницы, сколько нужно машин, они выпускают. И поэтому сейчас ходят рекламы, на границе стоят там 100 или там, 9, угу. покупайте. Да. Компания Toyota так не работает. Она работает по принципу вытягивания. Сколько нужно рынку? Да, то есть да. она не работает на склад. И отсюда показывается эффективность, кто является в прибыли. Никакой оборот, а кто в прибыли. Ну, конечно, время покажет. Я не говорю, что я там пропагандирую Toyota. Но есть такой случай. У меня близкий мой там, родственник, он работал, диагностировал машины, и он когда учился у своего сенсея по диагностике, да. его сенсей работал в компании Toyota, и он говорит, диагностируешь Toyota, и ты прям деградируешься, потому что машины приезжают там раз, два, три только ошибки и все, и ты годами только это устраняешь. Mm -hmm. Но потом говорит, когда я устроился в компанию одну там германскую mm -hmm. из трех букв, которые да, состоит. Все, mm -hmm. говорит, полет идеи, там куча разных, это каждая машина, mm -hmm. это для тебя как квест, это нужно прокачиваться, нужно изучать это. То есть настолько в Toyota все просто и стандартизировано, да, вот как, как в религии, да, мы говорим же то, что облегчайте, не усложняйте. Ну, кстати, следующая тема, которую я хотел бы затронуть, это есть люди, которые, у которых большая аудитория, но которые не имеют правильных знаний об исламе, говорят, что нет ничего общего между исламом и бизнесом. Я хотел бы как раз-таки плавно перейти на эту тему. А, Сике, как вы считаете? Я всегда говорю, что у казахов была большая территория, у наших предков. Если мы не можем сейчас справиться со своей компанией там, размером, там, может быть, максимум там, тысячи квадратов, то казахи как-то справлялись с такой большой территорией. Соответственно, там был и кайзен, там был и финансовое планирование, там был найм персонала, там была оборона, там, была диплант, там всё было дипло там все было. И вот, скорее всего, они не родились этими знаниями, и это пришло, возможно, через ислам. Давайте об этом поговорим. А с кем? Угу. А, ну, в религии у нас самую главную роль играет намерение. То есть намерение это, как сейчас модно говорить, там, да. Миссия компании, да, вот миссия, ради чего существует, ответьте на вопросы, зачем, потом, э, что, потом, потом кто, потом что и так далее, да. Там нарисуйте круг, там вот это, э, там есть такой Саймон э, Сынок, который там, вот это именно, начинает у него есть книга, начни с «Почему». Начнется смыслов, да, какое у тебя правильное намерение, почему ты это начал, да, и это на самом деле в религии это уже давно это сказано, да, как хадисе, да, там говорится, все дела, не по намерению, да. 1400. 1400, я да? там, 500, я не помню, сколько лет уже, да, то если точнее быть. И намерение, все начинается с намерения, и если у человека правильное намерение, и он знает, ради чего он это делает, то, ну, как правило, бизнес, он развивается. Если у тебя неправильно было намерение, соответственно, у тебя бизнес тоже не будет развиваться, да? И какое то бы дело не начинал бы, если у тебя там плохое намерение, да? Есть намерение, как говорю, есть хорошее намерение, есть плохое намерение, есть правильное намерение, есть неправильное намерение. Это разные вещи. У кого-то, например, хорошее намерение, может быть, да, но оно неправильное. У кого-то может быть плохое намерение, но оно может быть там, да, тоже неправильное. А, например, хорошее намерение это какое, там, да? Я, ну, хочу зарабатывать там деньги кормить свою семью, там, да, там, да. Это хорошее намерение, хорошее. Есть плохое намерение, да, там, хочу там сделать, там, кого-то там уничтожить, там, да, или что какой-то вред принести, да. Это плохое намерение. Но это хорошее намерение может быть неправильным намерением. Например, да, я там хочу там купить там машину, например, да, или там хочу купить там еще что-то, там куда-то поехать, или там. Э, да, у него может быть какое-то намерение в целом хорошее, но оно неправильное. Например, в, в этой намерении нету, во-первых, он не преследует какие-то, э, то есть жизнь, она не только ограничена этой жизнью, там, да, как называется, да, мирской жизнью, есть еще и другая жизнь. В это верят все мусульмане, то, что есть там судный день, есть там, жизнь после смерти и так далее, да? То есть человек не должен намерение свое исправлять в таком плане, чтобы его бизнес или его дело приносило пользу не только в этой жизни, но и еще после, да? То есть оставило какой-то след после себя, да? Или приносило пользу там для мусульман. Например, элементарно, вот недавно только начал задумываться, вот какое, например, у меня намерение, например, да? Как, например, да? Я, например, сейчас понял, что хочу, например, чтобы масштабируя Espresso Дэй, делать, например, да, удобную там намазхана в кофейнях чтобы там можно было зайти в намазхану, там чтобы было можно было там, не надо там в туалете где-то там, да, мыть ноги, руки там, да, где дискомфортно, чтобы можно зайти в намазхану с одетыми, с отдельной там умывальник где можно спокойно помыть руки, ноги там, да, потом совершить намаз, чтобы был хороший запах, даже чтобы и женщины отдельно могли молиться, мужчины могли отдельно молиться, да, и, например, там, это же, когда, например, человек пришел, например, в кофейне, да, он не должен думать ни о чем, мы должны думать про клиентский сервис, например, да, про то, чтобы он про провел свой досуг у нас в кофейне и ни о чем там не задумывался, да, и одной из частей нашей сейчас жизни, это же это намаз в первую очередь, да, и у нас количество тех, кто совершает намаз, их много становится, да, да? чтобы они там, да, могли прийти в кофейню, вот, да, поработать, посидеть, покушать, попить кофе, да, и еще могли там спокойно, там, да, и с комфортом, вовремя да, совершать. вовремя с комфортом совершить, да, и вовремя. это чтобы не было у них какой-то, чтобы, да, они, они, чтобы чувствовали дискомфорт, я чувствую, есть дискомфорт. То есть, да, там дискомфорт, например, в том плане, что ты там, если, наверное, совершаешь там молитву, как будто это там, да, не очень, да, и как будто или плохо, например, ты там идешь, там учишься, нужно искать место там, да, или, там идти в туалет или там еще что-то выпрашивать, можно, нельзя, там, да, это не должно быть тогда, можно, нельзя у вас совершить, это должно быть, ты обязан совершить, да, конечно, с удовольствием, если совершенно, если у тебя плюс еще кофе тебе, бесплатно, да? еще береке будет ну, да, береке, то есть это вот это намерение начинается оттуда, чтобы правильное намерение, вот, и вот это про, про то, чтобы намерение должно быть правильно, например, да, не искать только заработки есть там по компании, вот этот альбейк, вы знаете, что да? с вот, Альберами, да. они когда основали компанию, оказывается, они сказали, мы не хотим там зарабатывать деньги, мы там, мы хотим, чтобы там, мы хотим, чтобы с каждой проданной там куречки, да, мы там даем один реал mm -hmm. а, милостиню, да. И вот эта компания, Альбейк, да, она номер один в Саудовской Аравии. Даже Киевси рядом не стоит. Поворотки. Киевси даже рядом не стоит. Вот там Киевси, и там пусто. Ну, там 10 человек стоит. Альбейк 100 человек. Да? Там нереально просто люди там сражаются за эту очередь. Там продают очередь, представляете, да? Они Чтобы еще позволяют перед... себе закрываться. Они То все... есть они могут спокойно закрыться. Не... Вот люди, и люди готовы ждать. Они пойдут на намаз там совершат. Ну, то есть вот да. настолько, да, да. Там да, да, настолько там людей, много людей, что там очередь продают. Вот, например, я встал в очередь. Как раньше за iPhone стояли, в очередь да, продаются, а они в очередь продают за окорочку, представляете? Так что вот это лайфхак для тех, кто масштабирует свой бизнес. Сделайте вот на Масхану и это будет как раз польза для общества и то что останется еще после да, вас да от этого выгоду не ищите и ищите в да. намерение должно быть да. пользу да и книга благих дел не будет закрываться да, 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 да. На да представьте например супер. тысячу кофеин там тысячу намазханы да. вообще круто да а вот а, еще есть какие вот например и я бы хотел бы добавить а, о том что неправильное намерение еще бывает такое что например два партнера начали бизнес и потом разошлись да по каким-то каким причинам и один из них говорит вот я докажу теперь, что я смогу и уже неправильное намерение его вести бизнес. Mm -hmm. Он это делает не ради того, чтобы да, принести пользу для общества, да, а чтобы, того, доказать что, а чтобы доказать второму, что он был там крутым mm -hmm. и он был прав, да. Вот это я считаю, что неправильное намерение как, и как говорится, ошибка на входе обнуляет да, последующие действия. А вот ä, еще какие вот есть примеры, которые вот ä, прямо опровергают то, что ä, ислам не связан, допустим, с бизнесом. Какие еще есть примеры, помимо mm -hmm. вот, миссии? Что как бы ислам и бизнес, например, мы часто находим какие-то там вещи, которые давно уже там сказаны в исламе. Например, там тот же самый там Кайдзен. Да. Mm -hmm. yeah. Это yeah. 100%, 100, 100 все взято с, с религии, например, да? Или там, например... Э ну, сейчас не приходят прям 100% какие-то там какие-то кейсы. Ну, давайте я тогда. Да, давайте что Давай, Потому что я часто об этом думаю, и когда я это услышал вообще, да, и когда говорят, что бизнес – это там борьба, бизнес – это там война, э, если вы там руководитель, то вы там не должны смотреть на религию. Это прям плохо, да. Mm -hmm. Я даже заметил, что многие, кто практикующие мусульмане, хотят пойти на тренинг, но они не хотят э, Хотят развиваться, есть потребность, но боятся пойти по той простой причине, что они нахватаются там помимо пользы и вреда, mm. что придется им потом ценностями своими расплатиться. Например, услышат там верь в себя, такие вот вещи. Как верь в себя, если не один день даже без туалета не можешь прожить, да, например, да? Или там, ты не знаешь, что завтра, например, произойдет, да? Или там говорят, вот благодари там Вселенную, а кто создал эту Вселенную, да, например, да? Ну, такие вот здравый смысл просто. И вот э, здесь я э, вспоминаю такие моменты. Например, э, вот сейчас HR, там, как нанимать персонал и так далее. Об этом уже давно было сказано, да. Наш любимый пророк, сказал, сказал что вып, вып, я смысловой скажу, но, э, точнее, о подправишь то есть выплачивай, да, э, своему работнику до тех пор, пока пот еще не высох, да, то есть это вовремя выплачивать зарплату. Mm -hmm. Опять же, есть прям такие регламенты расписаны, там, аккредитованы там в Великобритании, что как нужно, да, HR-политика. Хотя это было уже там 1400 лет назад, да, например. А второй момент это Осман Ибонафан, по-моему, сказал, что позаботься о своем сотруднике, да, рабочем, да, и о тебе позаботься Всевышний. То есть не думая, а там выполни свои обязательства перед ним, а дальше о тебе Всевышний позаботится, да? А, опять же, это HR. опять mm -hmm. же это вот как относиться. Потом, как, например, просто сам с каждым разговаривал, да? А, как вел переговоры тоже, да? А, это тоже для нас пример, как он вел торговые отношения. Взять, например, Абдурахман Ибн Ауф, его значит караван, который начинался в одном городе заканчивался в другом городе. Это примерно сотни вагонов, да, можно сказать, сейчас. И попробуйте сейчас организовать логистику на сотни вагонов в да. другой город. Да, да. Там все есть. Там есть и снабжение, там есть и, и маркетинг, там есть и безопасность, там есть и кайдзен. Там... Это все нужно организовать для того, чтобы вот этот караван пошел и еще остаться в прибыли. Да? А дальше, когда... Пророк сразу сам, сделал переселение в Медину с подвижниками. Первое, что он внес, скажем так, в экономику, он сказал, чтобы государство не вмешивалось в установление цены на продукты, на товары. Uh -huh. А это потом, уже там 19-й или какой-то век, я не помню, уже потом это назвали как теория, которую придумал Адам Смит, uh -huh. невидимая рука. Хотя... Об этом, да, то, что просто сам уже давно сказал, что цену должен устанавливать, то есть цена устанавливается всевышним, то есть э, рынок устанавливает это mm -hmm. и цену. Э, да, есть э, товары, как комодит есть, да, которые первой необходимости государство в них управляет, это типа хлеб и так далее. А Все остальное рынок устанавливает. То есть это уже было, да, и потом. Договорные отношения. Кто первый там, вот договора тоже придумал, да? Чтобы была ясность, что было... Есть такой термин, называется гарар, то есть неопределенность, которая она, э, менее заметна, чем риба, чем растащительство, чем лихва. Uh -huh. а гарар это имеется в виду, когда, если ты, например, я говорю, «А секе, я тебе продам то, что у меня в кармане. Uh -huh. Но он не знает, что это. И это неопределенность. И в исламе говорится, что всегда во время сделки нужно придерживаться справедливости, Аллах за справедливость, вне зависимости от того, с кем ты ведешь торговые отношения. Пусть это будет христианин, пусть это иудей, без разницы, да, там, многобожник, но ты должен вести справедливо. И всегда одна сторона в слабой позиции. Например, если ты продаешь машину, то есть видимые, да, которые наружные дефекты, да, а есть внутренние. О которых ты должен сказать, чтобы эта сделка была легитимной. Не, не здесь, перед нотариусом да, или Цоном, а перед Всевышним. И ты должен рассказать о всех этих да. недостатках. И также в договоре прописать да, да. гарар, то есть э, за что я конкретно отвечаю: прописать сроки, как будет это э, там, вычитываться. Потому что одна сторона знает, сколько она заплатит, другая страна не знает, что она получит в итоге. И это гарар, который те элементы, которые приводят к чему? К конфликту в будущем. И чтобы не привести к конфликту в будущее, а потом рознь там целой общины, там нации и так далее, вот об этом позаботился ислам. Еще давно, давным-давно. И вот этот лихва, да, то есть э, тот же экономический бум, да, который пузырь лопается. Из-за чего? Потому что нету подкрепления никакой э, за там деньгами, mm -hmm. да, скажем так, нету подкрепления. Ислам тоже против этого. Mm -hmm. То есть всегда должно быть какой-то актив, и он, допустим, подкр... то есть, вернее, например, деньги подкреплены каким-то активом, например, золотом, да. И почему не для того, что это там убавит либо прибавит для Всевышнего, а для того, чтобы это приведет потом к проблеме хаосу, банкротству э и так далее, то есть к нищете. И то, что деньги сами по себе сами по себе они не растут в цене. И поэтому есть понятие как мурабаха, мудараба, да, то есть это инвестиции, да? которые мушарака есть, это, то есть это все термины. Почему сейчас активно в Англии, да? а, в Японии спонсируют исламский финанс. Почему? Потому что они видят за этим перспективу, они видят справедливость. И то есть те, которые заявляют, что нету ничего общего ислам и бизнес, очень глубоко ошибаются, заблуждаются. Мы им даем совет, что Изучите исламские финансы и вы будете приятно удивлены. А народ не нужно вводить в заблуждение. И я хотел сказать там одно наблюдение просто, что как нельзя связывать ислам с бизнесом. Да? У меня был вот партнер, который второй неудачный партнер, и мы всегда в одном офисе сидели, и всегда я брал проекты, которые по закону проходят который этот, ну, не храм там и так далее. А второй партнер всегда этот брал проекты, которые, наоборот... Да, э, деньги да. не пахнут, говорят. Да. Такие. А кто и, за ислам, они говорят, деньги пахнут. Да, и он, жизни. допустим, проект берет и уже заранее закладывает столько на архитектуру, да. столько на юстицию там и так далее, и так далее. И, ну, я это все видел, это все транслировалось, и я сам там мечать не ходил, намаз нет а он, наоборот, в мечеть ходил, пять раз Намаз читал, и Намаз читал для того, чтобы смыть эти все свои грехи. И ну, в корыстных целях использовал ислам. Без знаний на Ну, я просто хотел донести, как нельзя использовать ислам ну, в бизнесе. Совершенно да. верно, совершенно верно. Да. да есть такой момент еще например да нельзя оценивать человека то есть ислам по определенным лицам да да я с на да. эту тему говорил он мне объяснил но да. просто я свои наблюдения говорю да. как неудачный пример да. да есть есть же вот в бизнесе понятие да делать правильные вещи делать вещи правильно uh -huh. то есть ну в исламе мы знаем да вот сейчас почему там всякие новости что-то люди придумывают от себя чего говорят я там у меня там бензин закончился, но я там, весь там с алматы до да, тахолдах доехал, да, тут какие-то эмоциональные истории там рассказывают. И это проблема, как бы, ну, в невежестве, я бы сказал, в том, что ислам это первый даже приказ, который был, это читать. То есть, как раз-таки, даже когда мы затрагиваем вопросы миссии, да, Всевышний много указывает в Коране цели для человека то есть это поклоняться, есть познавать мир. То есть путешествия, да, справедливая торговля, да? взаимоотношения с семьей, родственники. То есть он многогранен, многогранен. И здесь такой важный момент, что проблема в человеке, когда он, у него нет знаний. То есть первое, да, это намерение, а второе, должно быть праведные знания. Да, да. Не так просто, вот у меня намерение, и все там. Да? Я там что хочу, то и делаю там, или mm -hmm. придумываю. Поэтому, да, действительно, ислам он оценивается, конечно же, по как делал пророк наш его а сподвижники, которые были рядом. Вот, Поэтому супер, классно. Я думаю, что подкаст наш первый был полезным. Очень Ахам да. нуля. Для нас, в том числе, еще раз повторюсь: когда с одной стороны, там есть контент, который там не знаю, пропагандирует там ЛГБТ, еще какие-то да, ненормальные вещи, и тут мы будем добавлять свой контент, с практическим теоретическим опытом с, начало, правильными ценностями. Да, будем, начало, полезны. На наш подкаст мы будем приглашать такие интересные личности. Мы будем говорить на разные темы, начало. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Хамля всем рахмет. Да, рахмет на реке, что пригласил, как я ранее говорил, один из моих наставников. Первое интервью он мне говорил, как правильно давать. И вот второй подкаст. Да, сегодня было намерением быть максимально полезным, э, ну, чтобы люди не повторяли наши ошибки, правильно вели бизнес, правильно начинали бизнес, ну и правильно вообще по жизни шли. Да, всем успехов, благополучия, барака. Рахмет за приглашение. Увидимся еще, иншалла. Да, аминь.